Подвал, он у нас в другом подъезде. Посмотрим, как там у нас дела. Надо взять кое-чего. Так, телефон откроем. Так, ключ. Такой подвал у нас. Свет. Так, свет есть. Так, дом построен у нас в 60-м году. Так что имеется вот такой вот, как говорится. Все. Такой вот. Вот. Новые что-то тут построили. Так, что тут у нас? Тоже свет старинный еще. А, свет есть. Ну, бардак, конечно. Все хранят там. Всякие вещи свои. Старые не выбрасывают, жалко, все нужно. Ящики вот хорошие, нужные тоже, наверное. Дверь целиком. Шифонер кто-то разобрал, кровать. Какая-то пленка. Обитое стекло. Зачем-то. Осколки. Так. Так, кто-то у нас тут лазил. Да, вот так вот. Хорошо, у нас тут ценного ничего нету. Тут налазили. Так, свет-то у нас... Не работает. Свет не работает. Так. Кошмар. Так вот. Лампочка перегорела, что ли? Так. Трубу, видно, меняли. Труба прорвала. Делали трубу. Здрасте. Привет, Денис. Так, вот такие дела. Сейчас закроемся. Такой подвал. Вот тут даже подписано, вон вентиляция. Как и квартира. Такой подвал. Сейчас пройдемся. Посмотрим. Нужно.
у нас спортзал здесь когда-то. Когда-то был спортзал. Сейчас я фонарик вот взял. Посветим. Что тут осталось? Занимались. Груша. Станки тренажерные. Остатки. Так вот тут тоже, видимо. Так вот вентилятор. Меняли тут трубу, врезку делали. Так, так вот. Турник. А больше спортзал. Вот еще один турник. Тяжелая. Так. Железо. Штанга с блинами. Ключ. Вот такие вот дела. Сейчас еще посмотрим тут. Магнитофон. Работает. Вот такой был спортзал. Раздевалка, вешалка. Пойдем. Соответствующая литература. Для занятий спортом. Культуризмом. Так. Выключаем свет. Пойдем. Нету. Тоже двери очень нужные. Лежат. Всякое барахло. Тарелки. Это очень нужная вещь старинного горшка. Уж таким сейчас не пользуются.
Ну, доски. Вот тут трубы тоже меняли. Вот это все делали. Тарелки. И трубу новую поменяли. Тут выросли новые. Замок, когда трубы делали, детские игрушки, и доски, шифер, колонны, пылесос. Какой-то станок железный. Ящик очень нужный, конечно. Тоже чей-то отсек. Трубу тоже делали, вот там. Видно? Пылесос и шланг. Пылесос. Искусство. Стрелями. Посмотрим, может, еще закрыто. И такая поресень. Паутина. А до самого верха. Здесь мы уже были. Так. Ну что, вот такой подвал. Дом 60-го года.